Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров бүгін 7 сентябрьда өлкөгө сапарменен келген Шэньси провинциясынан Қытай Республикасы Коммунистік партиясының партиялық комитетінен қатшысы Чжао Идэни қабыл алды. Эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуу маселелердин кеңири чөйрөсү боюнча пикир алмашуу болду. Ошондой эле келечекте биргелешкен өз ара аракеттенүүнүн приоритеттери белгиленди. Мамлекет башчысы Кыргыз-Кытай мамилелеринин динамикалуу өнүгүсүн белгилеп, 2023 жылдын май айында Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Шэньси провинциясына жемиштүү сапарын канааттануу менен айтты. Учурдан пайдаланып Садыр Жапаров, Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпинге жылуу саламын жолдоп, Сиан шаарында Борбор Азия Кытай форматындагы мамлекет башчыларынын деңгээлинде Борбор Азия мамлекеттери менен Кытайдын кызматташуусунун жаңы механизми ишке киргизилгенин белгиледи. Чжао Идэ Кыргызстан тууралуу өз ой-пикирлери менен бөлүшүп жатып, учурда өлкөдөгү ички саясий кырдаалдын туруктуулугун, ошондой эле Кыргызстандын экономикасынын туруктуу өнүгүсүн белгиледи. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө ал Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин жетишилген жаңы деңгээлине канааттануу менен баса белгиледи. Мындан тышкары президент Садыр Жапаровдун Кыргызстан менен Шэньси провинциясынын ортосундагы соода-экономикалык мамилелерди активдештирүү зарылдыгы тууралуу пикири менен макул болуп, кызматташуунун негизги багыттарын атады. Жыйынтыгында тараптар мындан арыда практикалык өз ара аракеттенүүнү бекемдеп, улантууну макулдашты. Рад приветствовать вас, уважаемый господин секретарь и делегацию провинции Шэньси в Кыргызстане. С теплотой вспоминаю плодотворный визит в провинцию Шэньси в мае 2023 года в рамках моего государственного визита в Китайскую Народную Республику. Посещение древней столицы Китая, городе Сиань, произвело на меня неизгладимое впечатление. Я до сих пор храню мои впечатления от теплого гостеприимства и радушного приема мне и членам нашей делегации вами в вашей провинции. Прошу вас передать слова приветствия и теплые пожелания от моего имени председателю Китайской Народной Республики, его превосходительству господину Си Цзиньпину. В Сиане был запущен новый механизм сотрудничества государств Центральной Азии и Китая на уровне глав государств формата Центральная Азия, Китай. С удовлетворением хочу отметить, что по итогам моего визита мы вместе с уважаемым председателем Китайской Народной Республики господином Си Цзиньпином вывели кыргызско-китайские отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Это подразумевает повышение ответственности за качественное продвижение всех областей и сфер взаимодействия во благо наших стран и народов. Кроме того, было подписано 26 документов в области торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. В рамках визита состоялась моя встреча с деловыми кругами Китая, включая провинцию Шэньси. Состоялся продуктивный обмен мнениями по вопросам развития торгово-экономических отношений, налажены деловые связи между предпринимателями двух стран. В этой связи считаю необходимым продолжать укреплять практическое взаимодействие между Кыргызстаном и провинцией Шэньси. Еще раз добро пожаловать в Кыргызстан, уважаемый господин секретарь. Пожалуйста, вам слово. 曾经的查巴罗夫总统，曾经的杰尔吉斯斯坦的各位朋友。Уважаемый президент Жапаров, уважаемые дорогие друзья Кыргызстан, всем добрый день. Сердечно выражаю благодарность за то, что, уважаемый президент, вы нашли время встретиться с нами, с нашей делегацией из провинции Шэньси. Я очень рад, что вот 4 месяца назад я вместе с нашим председателем Си Цзиньпин сопровождал вас во время первого саммита Китая
Центральной Азии. На беседе, вашей беседе с нашим председателем, и меня очень сильно впечатлялось, что отношения между вами еще с нашим председателем имеют очень хорошие, углубленные отношения. Это тоже отражает хорошие отношения между Китаем и Кыргызстаном. И поэтому сегодня я очень рада, с радостью встретиться с вами еще раз здесь, в Кыргызстане. В китайском языке есть одна поговорка, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И я же давно услышал, что Кыргызстан получил репутацию как Швейцария в Центральной Азии. Как только мы сегодня приехали, я уже сильно ощутился вот очарование этой земли. Это заслуженное слово. В то же время сегодня вот я узнал, что после вашего управления страной сейчас в Кыргызстане стабильная политическая ситуация, и сейчас экономическое и торговое как развитие тоже стабильно, непрерывно развивается. Сейчас стабильное сообщество и развитие экономики с сильным активностью. И выражаю еще раз уважение к нашему уважаемому президенту.